Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить «Чужой против хищников». В последней серии мы, как и в предыдущей, все пытаемся выбраться из этого научного комплекса, попасть в улей к своим. По пути мы убили уже довольно много народа. Вот сейчас наш чужой находится в довольно-таки плачевном состоянии, надо отметить. Нам нужно кем-то перекусить. Подожди. Ага. Ошибочка вышла. Так, куда что идти? Ага, понятно, вон туда. Хорошо, ладно. Так, тут у нас ничего. Аккуратненько, чтобы не упасть, и конец уровня. Круто. Should we notify Rykov? Sure. If you want to lose your bonus and get transferred to perimeter duty. What if we need firepower support, sir? Let's not overreact. I figure we're probably dealing with a single contagion. This isn't the first time one of those bastards has got out of its cage. If the primary operation complex goes down, the pods will be isolated. We're their communication link. Son, the POC isn't being overrun. Besides, Rykov can't reach us for 3 hours at least. Они хотят, короче, по-тихому замять тот факт, что мы тут сбежали, уже поубивали кучу народа до того, как приехал начальник Рыков. Не дадим им этого сделать? С самого утра все улики указывали на необычайно сильное, но ограниченное заражение, но после 8 часов появились новые сообщения охраны, указывающие на второй ряд стычек, и что странно, эти сообщения не содержат прямых упоминаний о причастности ксеноморфов. Однако следует учитывать, что с этим связаны и ксеноморфы, и это вряд ли дело рук других враждебных особей. Так, хищники, так понимаю. У нас пища. Это очень хорошо, что он не успел активировать этот турель, иначе это было бы довольно печальным зрелищем. Так, подкрепились, идем дальше. Я там в какую-то канализацию уже, похоже, попали. Или просто на нижнем уровне. Не знаю, затрудняю сказать. Ой! Так, ну хватит долбить. Ага, вон, понятно. Отлично. Это, по-моему, я слышал хищника как раз. Так, тут у нас что? Нам сюда, по-моему, надо? Я так понимаю. What should we do? Yes, sir. Set up some turrets in the crawl spaces. We need to keep them contained in the corridors. No problem, sir. Ага, сдержишь нас, как же. Ой-ой-ой, я же даже не прикоснулся, а мне уже ногу отрубило. Печально. Yes, sir. Set up some turrets in the crawl spaces. We need to keep them contained in the corridors. No problem, sir. Так, что я делал? Видимо, надо разбить вот это. No. Да, похоже, я был прав. Иди ко мне, дорогой. Несложно. Ой, хорошо.
Так, куда мы идем дальше? Видимо, все-таки сюда. Но здесь же у нас турели. А, так они в ту сторону смотрят, понятно. Оп! Подожди. Не получилось с первого раза. Ну ладно. Странно, как-то этой турели выставили сектор обзора вот так вот. То есть отсюда подходи кто хочешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было коряво. Признаю. Да, это было закономерно. Если бы я не зацеплялся бы вот за этот угол двери, то все прошло бы хорошо. Но на нет и сюда нет. Ладно. Давай, выходи лучше ко мне сюда. Так нам будет веселее обоим. Что, не хочешь? Пока что вообще не сложно, честно говоря. Хотя есть такие моменты, когда просто уже тупо неправильно все сделаешь, сразу погибаешь. А вот когда пытаешься действовать именно так, как задумали разработчики, что в принципе не сложно, то моментально все получается. Так, что тут? Только сказал и сразу перестал понимать, куда мне нужно идти. Как обычно. Так, на потолке у нас ничего нету. Оттуда снизу я пришел. Так, но у меня единственные мысли по поводу как-то вот... Нет. Что, назад что ли возвращаться? Да не может быть. Блин, ну только похвалил разработчиков, а? Ладно, ищем где-то позади. Возможно, нам обратно сюда куда-нибудь. Тут я не был. Ну ладно, тут закрыто. Давайте-ка попробуем. Нет. Тут голяк. Отлично. Похоже нам сюда. Огромная вентиляционная шахта. Хорошо. Ой, как тут темно. What the hell was that? I've got movement. Keep your eyes open. It's close. А где-то здесь, среди прочего, хищник. Это тоже не очень хорошо. Но сейчас он меньше из моих проблем, честно говоря. Ага, вон человеки ходят. Человеки, людишки. Еще? Sure.
вон еще один бежит. Так, ну и что? Куда именно мне тут идти, пока непонятно. Ну, найдем, что, разберемся, как обычно. Похоже, куда-то он туда, в каналы. Жестокая игра. Оставляет убивать невиновных, беззащитных людей. Так, ладно, водичку. Where is it? Must be in the ceiling. It's heading for the substation. Судя по их разговорам, я двигаюсь к какой-то подстанции. Зачем я к ней двигаюсь, я, честно говоря, не знаю. Да ладно. Двигаюсь уже хорошо. Так, тут все. Да, тут тупик. Следовательно, мы ползем сюда наверх. Sector 4, secure. Аккуратно. Уф, так. Потому что я уже выберусь с этого долбанного научного центра. Ага, а то у нас беззащитный, понятно. Так, хорошо, мне похоже туда, в вентиляцию. Тут у нас... У нас тоже что-то есть, ладно, туда пойдем сначала. Похоже, не это. У меня ощущение, что мне что-то сломать надо. Поэтому я все пробую на звук, как говорится. Опасность электрическая. Короче, электричество может шарахнуть. Так, ладно, и что я сюда пришел? А, возможно, эти штуки надо. Оп. И оп. Хорошо, теперь, наверное, мне нужно будет вернуться. Потому что пробить эту штуку я не могу. Да. Сложный вопрос. Похоже, идем назад. Так, а где тут низ? Хорошо, этот вентилятор тоже остановился. Это уже что-то. Ладно. И не стоило ли мне в эту дверь ломиться, пока она была открыта? Хотя нет, я туда просто не могу попасть. Так, хорошо, видимо, нам сюда. Ой-ой-ой! Так, ну мне хана уже, похоже, да? Я был снизу. Что за вентиляция? Ой, блин. С такой скоростью перемещения просто слетаешь с лестницы. При малейшем. Блин, да что ж ты?
О, пища. Пища — это хорошо, а то у меня здоровья вообще мало. Да блин, не трясись-ка так. А то тебе в голову не падешь. Хорошо, ладно. Что-то у вас, ребят, честно говоря, не очень получается меня сдерживать. Ну ладно. Так, возможно, мне тут как-то спуститься надо. Вырубив, скажем, вот эту штуку. Но сначала я хочу сходить сюда. Оп, а тут вообще выход уже. Обалдеть. Ну ладно. Нашим легче, как говорится. Так. Огнемет обладает значительной огневой мощью в любой ситуации. При сражении с ксеноморфом она усиливает за счет щита, который создает между офицером охраны и напавшим существом. Однако офицерам не следует полагаться только на огнемет. Если вы не можете найти врага, вы не сможете с ним сразиться. Хорошо. Come on, people. We've got a single bug here. We need to get this thing contained. Yes, sir. I've locked down the shaft door. There's no way it's getting through here. Все пытаются меня сдерживать. Оп! Пышку с плеч. Ой, какая тут высота. Обалдеть. А, ну ладно, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующий начнем туда спускаться, походу. А, но это будет следующий. Пока что все круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.